Еще один вопрос обсуждался. Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в регионах. Наш регион как участвует? На сегодняшний день, я вам про него примеры сказал, да, по поводу 4 миллиардов и 298. На сегодняшний день это вопросы, связанные с реконструкцией взлетно-посадочных полос и рулежек аэропорт города Ставрополя, города Минеральных Вод. Это развязка трассы между Невиновском и Ставрополем, то есть в районе Безопасного, Польского, четырехполосная дорога, и реконструкция дороги, расширение дороги на город Кисловодск. Это то, что сегодня попало в этот план предварительно. Сегодня мы эти объекты видим. Не решен вопрос по дороге между Кисловодском и Сочи. Не решен вопрос по высокоскоростной магистрали, которую мы настаиваем, чтобы проходила от Ставрополя и выходила со Ставропольского края в районе Георгиевска-Пятигорска. Это железнодорожная магистраль. Не решен вопрос по, скажем так, аэроэкспрессу от Минвод до, от аэропорта города Минвода до городов Кавказских минеральных вод. Множество еще расширений, связанных с расширением федеральных трасс. Вопросы еще обсуждаются на сегодняшний день, поэтому мы в процессе обсуждения находимся. Если говорить про энергетическую инфраструктуру, конечно же, те энергодефицитные регионы, которые мы сегодня видим, они должны быть, ну, скажем так, развиты в части возможности подключения 10-6 кВт. Мы также эти вопросы задавали, это сегодня еще в процессе обсуждения.